Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки недорогой, но в то же время качественной колеблющейся блесне от компании Герман. Моделька у нас идет под номером G1036. Блесна имеет вес 11 грамм и расцветка в данном случае 0,12. Поставляется на такой вот картонной упаковке данная колебалочка. Сама блесна у нас выглядит таким вот образом. Длина данной блесны у нас составляет 50 мм. Блесна у нас средней по своей ширине. Имеет такие плавные расширения и сужения, соответственно. Сбоку, если смотреть на данную блесенку, присутствует явная вогнутость, особенно ее сильно видно ближе к хвостовой части. Также колебалочка имеет продольную вогнутость. На лицевой поверхности присутствует гравировка, имитирующая чешую. В данной расцветке у нас блюсинка на лицевой части имеет золотистое такое зеркальное покрытие. И один бок окрашен в такой вот бледно-красный цвет с такими вот поперечными полосами. Внутренняя часть блесны у нас также имеет золотистое зеркальное покрытие, а также имеется гравировка на внутренней части, имитирующая, точнее, указывающая как бы на бренд, то есть логотип здесь указан Германа, и указан вес данной блесны 11 грамм, что довольно-таки, на мой взгляд, полезно. Блесна у нас оснащена очень крепкими заводными кольцами из очень толстой проволоки с довольно-таки плотным витком. Здесь все надежно. Также установлена имитация плавника, изготовленная из непрозрачного красного пластика. Далее идет у нас установленный тройной крючок. Крючочек здесь мощный, отлично подобранный по размеру из толстой проволоки. Крючок отличный по своей заточке. Имеет темно-коричневое покрытие. Блесна обладает довольно-таки неплохими полетными характеристиками. После приводнения блесенка довольно эффектно сыпется. На проводке ведет себя активно, имеет среднюю амплитуду движения при проводке. Блесна в данном размере отлично подойдет для ловли различного вида хищника, будь то белый хищник, окунь и некрупная щука. Данную колебалочку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.